проблема на самом деле только кажется далекой. По сути дела, существует такая парадоксальная ситуация. Болезни редки, но пациенты с редкими заболеваниями почему-то встречаются очень часто. И в этом году фразой этого дня является «редкие заболевания, заболевания – это дело общества». Потому что при участии каждого члена общества возможно изменить ситуацию с такими пациентами.